Всем привет, друзья! Вы на канале Шедр Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем Stardew Valley. 24-й день лета у нас на дворе. Вилли сегодня родился. Но у Вилли у нас 10 сердец. Можно, в принципе, его не поздравлять, если в той области не будем. Ну ладно, подарим ему, что он там что он горошек любил. Вот это мы, собственно, и сделаем. Так, сегодня у нас за окном дождь. Нужно теперь вспомнить, что нам срочно надо сделать. А нам надо сегодня, кстати, подарить букет последней избранницы, которая у нас осталась. Букет уже у меня в руках. Да, букет у меня уже в руках, как и древние плоды, которые тоже надо засунуть в бочки. Так, давайте по основным аспектам. Дыни я не трогаю, пусть они уже как растут, так и пусть и растут до 28 числа. Потом их сорву. Мне тут удобрение для сада Джоди прислала, спасибо. Потом у меня есть еще икра. Рыбы осетр, немного есть иридиевой руды. И вино. Вино готово уже тоже вместе с икрой. Сейчас минуту я это тоже заберу. Сюда это добавлю. А у меня что, одна икра всего, да, на все? На весь мой рюкзак, походу, да. Так, и заберу вот это. До осени, правда, нам наживка не понадобится. Пока что. А вот осенью как раз снова пойдем рыбачить, искать рыбу, которой у нас нет. Сейчас я соберу все оставшееся. Мне еще надо кое-что провернуть. Блин, да, точно надо это сделать. Ох, молния лупит. Как бы мои посевы не уничтожил, особенно с карамболой, которую надо было собрать раньше, наверное. До этой грозы. Не было грозы все лето, практически, тут на тебе. Внезапно появилась. Сейчас перелупит всю карамболу. Так, что, как сюда попасть? Через низ, вот так вот. Отлично. Все, я это собрал, отлично. Вино, плотва. Вино, плотва, фрукты. Вот что у нас на повестке дня сегодня. Фрукты, вино, плотва. Сейчас я заберу быстро все остальное. Немного сейчас адаптируемся и займемся насущными вопросами. Но мне, конечно, в первую очередь в этой серии нужно подарить букет Леи, срочно ее отыскать. Я не знаю, где она бродит в дождь летом. Но так обычно она где-то в лесу ходит. Так, готово. Давайте сюда вот это вот. Побежали, разбросаем яйца. Есть. Сюда одна. Сюда парочку. И еще одна сюда. Отлично. И побежали, наверное, Лею искать. Пока есть возможность. 8:40, она в 9 утра, я думаю, еще дома. Тем более дождливая погода, а потом все остальное будем делать. А то потом попробую ее найти. Точно сказать, где она блуждает, сложно. О, как раз подарок для Вилли. Сразу могу и завести. Я, кстати, забыл его взять, поэтому отлично. Ну что, Лея, ты последний кандидат. О-о, а что, до сих пор заперто? Странно, я думаю, всегда мог в дом войти, к ней нет. Ладно, поехали к Вилли. Может, она уже куда-то выехала? Не знаю. Сейчас посмотрим. И мусорки проверим. Давно сюда не заглядывал. Что-то интересное найдем. Нет, ничего не найдем. А Вилли я хоть поймаю в это время? Кстати, пока я здесь, мне же надо собирать ресурсы на еще одно модное иридиевое кольцо. Хотел сказать копье. Нет. Купишь что-нибудь, да, с удовольствием. Я не помню, что. По-моему, солнечная эссенция нужна регулярно. Сомик мне не нужен. А эссенция пустоты мне, не знаю, наверное, не нужна. Так, звездная капля пока что пусть... А что, 20 тысяч все стоит? Так купи его, давно уже пора купить. Ё-моё. Смотрю на нее, сколько времени, я же уже давно богат. Я помню, тогда у меня были проблемы с деньгами, я не мог ее купить. Вы нашли звездную каплю, все ваши мысли только об одном, портрет деда. Ваш максимальный уровень энергии увеличен. Отлично. Линия стала чуть больше. Да, я же теперь при деньгах, поэтому мне все равно. Сколько она стоит? Ну, не 2 миллиона. Я, конечно, еще жезл бы хотел купить, но чуть-чуть попозже. Так, вот здесь мне нужны же вот эти, да, штуки. 50 солнечной эссенции. Это мои первые 10. Хотя и то 50 надо. Давайте сразу и куплю. То потом это не хватит, то и не хватит. Я не так часто хожу в подземельях, чтобы убивать этих всяких тварей.
с которых это добро падает, поэтому лучше приобрести сразу. Кто-то вверху пошел. Это мэр. А мне нужен Вилли. 10:30. Дождь, подожди. Вот что-то выпадет. Мне там пару экспонатов не хватает. Ну, пока что падает только камень. Так, вот этим надо заниматься. Забирать мусор. Дело в следующем. Нам-то нужна улитка какая-то там еще и что-то еще. А это ловится, по-моему, именно в ловушках. Поэтому надо периодически сюда заходить и забрасывать фигню вот эту. Может быть, когда-нибудь и попадется. Я бросил, нет? Ну, бросил. Но не везде. Последний, видите, не бросил. Там не видно, бросил я или нет. Вильям. Я еду к тебе на день рождения. Ты сегодня рыбу не ловишь, я вижу, да? Так, главное ничего лишнего. Где этот горошек? Главное ему букет не подарить. Подожди. Дай сначала с тобой поговорю. Привет. Иная рыбка с временами года приходит и уходит, а другая остается. В общем, Вильям, отстань от меня. На тебе подарок какой-никакой. Подарок на день рождения, как он, как мило, спасибо, он мне нравится. Ну и все, поздравил, поздравил. Тем более я забыл взять. Более что-то ценное, ты там у нас бриллианты любишь, ну, наверное, обойдешься. Бриллианты все любят. Поэтому горошек самое оно. Тем более еще и иридиевый. Как-никак. Ладно, туда я не пойду. Поехали отсюда. Поехали с вами Лею сейчас будем искать. Не знаю, в дождь, Лея... Лея, дождь, лето. Где она может быть? Сейчас я еще кое-что попробую посмотреть здесь. Вдруг что-то важное. Требуется помощь, нет, без меня. В шахту я, наверное, уже никогда не пойду. Здорово. О, привет, Эбигейл. Как там шахта наша вчерашняя? Я бы хотела жить в старом доме на ферме, как ты. Скрипучий пол, ветер гоняет пыль по чердаку. Есть в этом старом доме что-то особенное, правда? У меня уже дом хороший, не знаю о чем-то. Так, мне букеты больше не нужны. Я, в принципе, все купил, да, все, что мне надо было. Рассада травы, разве что можно рецепт взять. На, давай. Пшеничная мука, рис, масло, уксус. Я не помню, уксус я брал. Я там, ну, давай возьмем 3 уксуса, пусть будет лежать. Мало ли, что-то закажут еще. Так, скоророст делюкс, обои напольные, каталог 30 тысяч. Это для чего? Обои и напольные покрытия. Нет, я за 200 куплю потом повыше его. Деревья у меня есть, просто проверяю, все ли я купил. Трава, семена, подсолнух, хмель, блесник. 8 дней вырастет яркий тропический цветок. Понятно, семена мака 7 дней. Редис, это все. Цветы, по-моему, кстати, не вырастет. Ну ладно. Этим мы попозже займемся, когда будем добивать уже, что нам не хватает. Цветы нам нужны для продажи их. В этот, как его, для квеста, для не квеста, для трофея сдать, продать все виды растений. Поэтому эти 2 цветка по 7-8 дней уже как-нибудь в следующем сезоне добьем. Главное добить все остальное. Лея, Лея, Лея меня интересует. Тем более цветок можно всегда посадить в теплицу. Пожертвовать можно там одним местом. И древним плодом. И посадить цветок, и потом вырастить и продать его. Лея, ну что, ты можешь меня впустить в дом? Да, отлично. Здравствуй, привет. Кстати, очень неплохо, что мы встретились. Может приготовить сегодня что-то новое, волнующее, чтобы быть остренькое? Возможно. Очень хорошо, что я тебя встретил, тем более такая погодка, романтика просто. Я тебе дарю последний букет в этом городе. Ну, не последний по значимости, возможно, он будет первым. Но очень важный букет, держи. Оказывается, ты чувствуешь то же, что и я. Ну да, теперь только посмотреть, сколько у нас с тобой сердец. 9, я надеюсь, хотя бы. 9, отлично. Отлично, сыр, трюфель, маффин, венцо, салат. Ну, что я могу сказать? Могу тебе трюфель подарить, сейчас он, кстати, тут недалеко валяется. А, кстати, недалеко валяется, у меня есть трюфель. Ну, правда, стоит дофига. Ну, ладно, надеюсь, это того. Стой, держи трюфель, ты же хотела.
О, ой, как раз то, что я хотел, спасибо. Я знал, что ты это хотел. Ну что, десяточка есть, нету? Конечно, размечтался. В следующий раз салат получишь. Трюфель слишком дорого. Окей, привет всем. Кстати, я с тобой не общался, так да, я с ним просто поговорю. Стой, я говорю. Наверное, я уже привязался к Марни и Джаз. Мы такие разные, но в то же время мы будто странная такая семья. В детстве у меня особо и не было этой семьи. Понятно. Подожди, сегодня какой день? Среда. Нормально. Мне надо бы камней поехать купить для одного тоже важного дела. Робин сегодня работает. И вообще, мне надо Робин, конечно, нагружать по чуть-чуть. Понемногу. Сейчас я это буду и делать, наверное. 14:40, еще успеваем. А что тут пугало делает? Ладно, пока... Нет, давайте заберу. Я про тебя и забыл, что ты здесь. Тут раньше рис просто был. Теперь риса нет. Здрасте. Привет, рад всех видеть. Ох, сколько вас развелось-то. Мне надо постепенно расширять все остальное, но давайте не сейчас, не в один день, потому что уже день, в принципе, заканчивается, среда. Я побежал, наверное, к ней. Свиней, наверное, потом обниму или вообще уже не обниму, хотя я успею. До 17, по-моему, работает или нет, я забываю постоянное время. В четверг она, по-моему, не работает. Какой-то день она не работает. Наконец-то всех свиней сейчас обниму. Отлично. Мне еще вино надо сегодня переложить. И, кстати, у нас сегодня будет рекордный заработок, потому что у нас вино из древнего плода. Так. Первое, по-моему. Может и не первое. Что-то у меня тут уже не помещается. Мусора набрал столько, что уже не влазит. Поэтому давай, наверное, мы... Один камень, правда, он стоит 100. Давай, наверное, мы... Сделаем так. Мне просто жалко. Мусор может принести нам другие бонусы, когда мы его переработаем. Так, там у нас... Ладно, я побежал некогда. Сейчас, я понял, я все знаю. Инвентарь полон, там еще дорожка, походу, валяется. Так, это не здесь. Кусок дорожки отвалился. Это я забросил. У меня 3. Надо будет сейчас вино сюда положить. Давай быстро вверх. Деревянная дорожка, ну да. Так, сбрасываем лишнее. Сбрасываем не лишнее. Можно было вон положить наживку в удочку. Я немного забегался сегодня. Сейчас, минуту. Робин, мне нужно 600 камня, как минимум. Для чего, не скажу. В шахту я, ты ж понимаешь, не хожу. Я уже слишком богат для этого. Чтобы добывать камень. Завтра тебя не будет, да, по-моему? Ты по четвергам отсутствуешь. Здорово, Робин. Магазин. Да, магазин. Мне до 600 камня. Сколько бы это ни стоило. Но собирать я его уже не могу, честно. Интересное занятие. А если мне надо было бы 2000 камней? На клавиатуре-то я помнил. Какие кнопки, чтобы побыстрее. Здесь я боюсь нажимать, как бы его не продать обратно. Приятный звук. Фига себе, сколько денег уходит. Ну ладно, это для общего дела. Все, отлично, спасибо. Спасибо, пока хватит. Дальше уже по обстоятельствам. Куда и что? Сейчас я приведу в порядок наши дела. И завтра будем кое-что проворачивать. Только я не знаю, хватит ли мне другого компонента. Сейчас посмотрим. Минуту, сейчас заеду сюда. Так, это забираем. У нас еще... Яйца динозавров. Окей. Сбрасываем вот это здесь. Это я еще не заходил к коровам сегодня. Замечательно просто. Чудесно. Так, эти я тоже в бочке хотел засовывать. Древний плод. Сейчас, минуту. Не успеваю. Не успеваю. Ух ты, я забыл, что у нас тут все увеличено.
Да еще и до таких размеров-то. Неприличных. Так, трюфели сегодня же не будет. Логично, да, но у меня есть. Давай вот это разложим. Потом это надо будет все передвинуть опять на вход. 8, я думаю, станут здесь этих аппаратов. А те аппараты как раз, когда будут... Будет у нас очередной урожай. Урожай мы все с вами разложим и раздвинем, возле стен поставим, чтобы было культурно. Так, 18:20, минуту. Сейчас я вот это сдам, потом сдам вот это, потом вот это, вот это. Это мне сдать надо здесь, и вот это я хотел сдать. Теперь, только не съешь трюфель. Давай серебро сбросим. Золото сбросим. И золото сбросим. Ох, опять что-то там отлетело, небось. Так, и здесь у меня десяточка. Хорошо. Так, есть. И сюда иридиевая. Дорожку поставь на место. Правда, ее может еще отбить пару раз. Ну, ничего. Так, тут все окей. Поехали. Займемся теперь вином. И не только вином. У нас с вами апельсины висят на деревьях. По три, которые надо тоже собрать. Рутина, ну а что поделаешь? Надо делать. И делать это прямо сейчас. Так, готово. И горку забрать. Ох, осьминог стал выпрыгивать. Слушайте, выглядит ужасающе. Это я монстра какого-то выращиваю себя на ферме. Тут у меня уже две карамболы отсутствуют. Чувствую, все потеряю. Так, здесь собрать все. Окей. Потом сюда все забросить. Отлично. Так, готово. Теперь я беру, наверное, что? Древние плоды, наверное, будем делать вино. Ну, естественно, надо на этом зарабатывать. 22 и 15. Уже будет 37. Ну и там добить, если что. Апельсинами давайте добьем. Так, вино готово. Ох, нас уже вдвое больше всего. Поехали сначала посмотрим теплицу. Где этот? Где моя лошадь? Ё-моё, потерял лошадь. Плотва, ты где? Вот она. Давайте теплицу посмотрим, потому что здесь может быть тоже плоды. Может, их побольше сейчас засунем. Ну, один есть, да. То его, наверное, вчера забыл забрать. Ну и по этим еще пройдемся. Гранаты, персики, все остальное с апельсинами вместе. Вообще уже практически все выросло. Погодка сегодня, да, сонная у нас какая-то. Прям ощущается шум дождя, прям... прям засыпаешь фактически в этой теплице. Так, еще апельсины, еще яблоки даже есть. Неплохой улов с пещеры. А теперь давайте займемся, потому что тут реально будут очень крупные деньги вращаться. Смотрите, сколько у нас теперь бочек, это все надо расставить. Так, давай сюда. Эти бочки я убираю сейчас. Сейчас мы их вино соберем и посмотрим. Древний плод, вино, кстати. Не мешало бы отложить сразу 33, наверное, да? Но мы подождем, потому что там не скоро будет урожай, просто они лежать будет долго. И сколько у нас там бочек? 33, по-моему, внизу в подвале. Потом этим тоже заниматься. Так, поехали. Давай, раз. Ну, собственно, все давай сразу. Лишь по одной. Им тут же ж не место. Вот так вот. Так, тут мы оставляем так, как есть. Здесь я ставлю одну бочку. Тут, собственно, переставить-то надо всего три. Три. Окей. Ну вот, пожалуйста. Теперь берем древний плод, которых у нас 23 штуки. И поехали. Здесь повеселее, конечно. Так, теперь берем 15 серебряный. Отлично. Теперь берем 30
Давай вот этих. Влепим апельсины, пока подержим. Следующий заработок будет сумасшедший. Ну как сумасшедший, по отношению с остальными днями во втором сезоне. Наверное, самый большой. 23.30, надо именно успеть продать. Все, готово. Все пошло, все дышит, все работает, отлично. Великолепно. Так, я в ящик, плотва. Подвинься. Забрасываем сюда, это еще коров не подоил. Ну ладно, я, наверное, сегодня их и не буду доить. Это у нас в другой сфере лежит. Так, тут клубники 7 за... Что-то тут делает. Ну ладно, давай его заберем отсюда. 11 золотых осталось. Это тоже в катке. А это все туда отвезем. 26 у нас древний плод вино. И 5 персик. Круто. Время уже позднее. Да я знаю. Поэтому я бегу, как могу. Не заехал только к коровам. Ну ладно. Завтра заеду. Сегодня я настраивался на работу. А, здесь еще вино поменять. А у меня есть чем? А, есть апельсин. Забыл выложить. Окей. Так, тут все в норме. Нет, еще не все. Еще можем заработать немножко. Тут я завтра передвину обязательно. Дайте мне срочно трюфели. Хорош. Тут у нас всего хватает. Клубника у меня 7 такой. Давай 7 и 7 заберем. Серебряный. Пусть так будет. Так, 0050 сюда. Тут все в порядке. Там одна катка простаивает. Ну ладно, пусть простаивает завтра. А, у меня сейчас икра, блин. Она не должна простаивать. Икра-то есть у меня. Во. Вспомнил. Ириди сейчас заброшу. Хорош. Дальше. Дальше пошло. Пошло. Отлично. Так, серебряная клубника кому-то нужна. Отлично. И еще надо уксус выложить. Апельсины я в катке засуну, когда они появятся. Так, уксус пошел. Для нужд всяких там, мало ли. 600 камня это надо, а вот это еще не выложено, ладно. Ну, вот еще успеем. Че терять время, да? Завтра утром, когда можно сделать это сегодня. Где ты? А вот ты. Такого у нас даже еще не было удобрения. Нечто новое, ладно. Хотя, вот смотрите. У меня есть синий яркоцвет. Какие-то цветы у меня все-таки имеются. Синий яркоцвет. И тюльпаны. Но это не те цветы, по-моему, которые нужны. Ну ладно, неважно. Это все потом. Так, все успел. 1:40. Быстро спать. Сейчас посмотрим на расценки. Я тебя сейчас съем. Завтра у нас никого. Никто не родился, это хорошо. Спать, да. Смотрим. 95 тысяч. Ну, вот вам, пожалуйста. Вот вам и вино древний плод. 60 тысяч за 26 бочек. Учитывая, что у меня теперь теплица. Ну, не теперь, а скоро теплица будет давать по 111, да? Сколько там? 111, по-моему, у меня. 111 в неделю. Древних плодов. Я могу в неделю получать по 111 бочек. То есть, если за 26 у меня 60 тысяч, да? Добавьте сюда, умножьте эту цифру на 5, то каждую неделю по 300 тысяч плюс, даже плюс. Но если я никуда больше ничего не буду девать. Выйдем на такой вот заработок. Вино каждую неделю. У нас можно будет получать. Отлично. Это не считая тех бочек в подвале, которые у нас утроят стоимость дохода за древний плод. Чудесно. Ну все, камин выключаем. Последние дни лета. Теперь занимаемся насущными проблемами. Сейчас посмотрю, что там у нас завтра за погода.
прогноз погоды. Компенсировали мне, смотрите, все мои камни, все, что я покупал и тратил только что. Завтра, кроме молнии, кстати. Остальное меня дары земли, по-моему, уже не интересует, да? Добром расположении духа. Осень уже на пороге. Пожалуй, осень самый прибыльный сезон для фе. Да ладно. Так что не забудьте отложить денег на семена. Да ладно, какой там прибыль, какая мне разница? Все равно все деньги с теплицы идут. И от свиней. Устарела ваша информация. Так, привет, Шейн, спасибо, отлично. Это я беру, спасибо. Это тоже беру. Че, сегодня икры нет? Вы там не болеете? Счастливая рыба. Хорошо, что у меня одна завалялась соседнего пруда. Держи. Так, это еще успею забрать. Молния попала в перец здесь на свете. Прям беда. Так, завтра опять будет молния. Отважена ворон. Да я не за воронами, я за вот этими аккумуляторами. Окей. Так, окей. Дайте я это соберу. Что завтра будет опять стрелять. Кстати, до завтра надо успеть кое-что провернуть. Опять хмель. Да чтоб тебя каждый день фактически. Нет, ну я не против, конечно. Зато мы провернем одну вещь благодаря этому хмелю. Одну чудеснейшую вещь. Так. Я думаю, он еще раз нас обрадует своим появлением в нашей ферме. Так, перец. Это не трогай, перец только берем. Трогаем только перец, это не могу пройти, бывает. Так, мусор я сбросил, тут что, ничего, отлично. Там забора нет куска. Угу, это я тоже забросил, тут серебро. Давай сюда, помидоры. Сюда мне нужно, чтобы было сбросить одну икринку. Я просто разбрасываю сразу, чтобы не засоряться. Иначе, если засоришься, то все. И засоришься. Так, вино я сдал. Давай сдаем пиццу. Теперь мне надо будет катки ждать. Это, я думаю, заработки. Какие следующие заработки у меня будут? Блин, тут весь забор уже самоуничтожился. Срочно мне его сюда. Так, 617 камней беру с собой. Мне, кроме камней, еще нужна одна вещь. Хорошо, что у нас ее много, отлично. 999, и еще одна вещь мне будет нужна. Сейчас я подумаю, как это реализовать. Я не знаю, сейчас забор починю. Есть. А, мне надо чуть-чуть больше забора. Там еще одна дырка. Нужно больше забора. Вот сюда. Есть. Так, коров себе надо навестить. Там уже двойное молоко у меня уже. А может и тройное. Точно я не помню. Надо проверить. Так, забрасываем. Кто-то перо даже выдал. Ничего себе. Я даже знаю, кто. Вот он. Дональд, или как там его зовут? Окей. Плота, поехали дальше. Завтра опять гроза, поэтому немедлим. Вниз, быстро. Угу. Не могу проехать мимо. Не налить любимому коту немного воды. Классно, кот на одной воде держится все это время. Не ест ничего. Вообще ничего не надо. Да, дофига здесь у нас молока. Можно пройти, спасибо. Так, раз. А, мне шлею надо было. Ну ладно, и трюфель дам, если встречу. Так и быть, лей трюфелей. Надаю. Че там? А, там дерево выросло. А, можно, кстати, сыр. Можно сыр, да, дать. У меня, кстати, он есть. Наш сыр любит, да, козий, по-моему. Да, можем козий сыр, он дешевле будет. Выйдет нам в сумме. Привет, кот. Не притворяйся мертвым. Все тебе и так знают, что у нас прикидываешься.
Так, привет, 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 привет. Привет, здрасте, привет. Рад видеть, очень приятно. Чудесно, замечательно. До свидания, можно сюда войду? Угу. Там один остался, посмотреть решил. Ну, раз он со мной не здоровается, с ним тоже не буду. Так, куча трюфелей. Понятно, два дня сидели в заперти. И тут выбежали сразу ловить чего-нибудь. Так. Так, 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 так. Все, уходим. Уходим, дела. Все, что мог, забрал. Сейчас надо пойти еще там чуть обновить. Я думаю, нам надо заехать в этот. Сейчас, минуту. Ладно, да, я так и думал. Я так и знал, что катки сегодня подоспеют. Я чувствовал это, поэтому у меня с собой апельсины, правильно? Правильно, поэтому я все просчитал. Но сначала трюфели. Нет! Ладно. Не хотел передвинуть просто маслоаппарат. Но раз уже поздно, то поздно. Я лучше сейчас передвину катки. Немного их расставлю по нашему большому сараю. А вообще, может, и не двигать их. Просто увеличивать. Да, я, наверное, не буду. Зачем их двигать, если потом добавлять, правильно? Это с бочками у меня, наверное, все пока. В ближайшее время. Не за что их делать. Ресурсов нет. А здесь мы, я думаю... Да, пусть остается. Потом будем добавлять просто катки, когда угля закупим. Дофига. Так, тут хорошо. Тут тоже. Есть. Сюда. Есть. Все, по-моему, все работает. Все отлично. Апельсина сколько осталось? 130. Ничего себе. И сюда один. Это тоже забираем. Сейчас пойдем. А, уже 13. Ого, время летит. Ничего себе. Ничего не успеешь. Еще лею искать. Где лею искать-то? Нам уже нужно срочно. Так, сдай, сдай, сдай. Сдай, сдай. Это сыр не сдавай пока. Сыр не сдавай, может быть, он ей будет нужен. Так, икра. Дай рыбу проверять теперь с той стороны. Сейчас, а это сброшу. Есть. Все, поехали. Сейчас это заберем. Лея. Ну, Лея, правда, когда хорошая погода, она дома не сидит. Мы ее там не найдем, как вчера. Она может ходить где угодно, но может встретим. Она в лесу обычно бродит. Постоянно. Так, это тоже надо забрать до завтрашнего дня. Тут все в норме, рыбы ничего не просят, на удивление. Ничего себе. Хорош. Так, апельсины давай только выбросим. Готово. Ну, поехали. Нам тоже, кстати, в лес. Только сейчас одну минуту. Одну минуту, одну минуту. Угу, 84 беру с собой. Угу. Ну, все, все у меня есть. Поехали. Тут, по-моему, все культуру надо. Можно ставить. Я вот, вы же понимаете, да, куда еду? Взял карамболу, взял все-все-все, и теперь надо вот кое-что просчитать. Два домика Джонима мне хватит на всю мою ферму, нет? Раз, например, да, вход будет здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, может, не достанет один. Ну ладно, как раз посмотрим. Сначала закажем два. Я думаю, много не стоит заказывать. А потом посмотрим по обстоятельствам. Вообще, конечно, мне три надо. Там трюфель появился. А тут в углу нет? Удивительно, обычно он здесь лежит. Вообще, мне три надо. А потом посмотреть, как раз о карамболу уж понимаете, да, почему я не собираю карамболу? По какой причине? По той, чтобы определить, правильно ли я поставил домик Джунима или нет. Тут же все схвачено, тут же каждое действие продумано, если, конечно, я про него не забуду. Поэтому карамбала до сих пор и жива. Нету ее дома, я же говорю.
Я поставлю, а потом посмотрю, где мы не достаем. Ну, вы знаете, что такое домик Джунима, я думаю, большинство. Но кто не знает, то скоро увидим. Ну, правда, не завтра. Если мы сегодня поставим, завтра они не выйдут, они в дождь не выходят. Лея, где ты обычно бродишь летом? Смотри, какой лес грязный. Дедушка Шет такого бы не допустил. У него тут вся трава была выкошена. Мусора даже не было. Веточка не валялась. Так, здрасте. Об этом никому нельзя рассказывать. У меня есть причины полагать, что одна из местных жителей моя дочь. Кто? Я могу ошибаться, такое случается, пускай редко. Судя по цвету волос, это Эбигейл. И по странностям, да? Он на меня больше не смотрит. Ладно, домики Джунима, смотрите. У меня, в принципе, все для этого есть. Стоит 20 тысяч. Волокна есть, карамболу прихватил, камень купил. Давайте ставить. Сколько ж можно ждать-то? Сколько можно ждать? Ну, поехали. Просчитал я, по-моему, правильно. Да. Ставить будем здесь. Потому что он большой. Как раз закроет все. А за ним поставим вот эти громоотводы. И пугало, естественно. Либо ставить будем тут. Не знаю, где будем ставить. Лучше, наверное, здесь ставить, естественно, чтобы захватывал низ. Правильно, верх и низ. Ну, это стратегически правильное место. Все, первый домик Джунима построен, всех поздравляю. Второй я тоже то закажу сейчас, раз у нас тут строить не надо, они сами строятся. Так, и второй домик Джунима я ставлю. Правда, результаты видим послезавтра только. Ну, пока хватит все-таки разбрасываться 20 тысяч и все такое, не очень-то охота. Но я сейчас еще раз, я не буду ставить, я просто хочу посмотреть. Вот тут, если мне ставить домик Джунима, куда мне, ну, одним я тут не отделаюсь, я вижу. Чтобы тут ничего не делать. Ну, тут два где-то надо, да? Из-за, и, блин, придется жертвовать. Ну, здесь нет смысла пень сносить. Вот это, ну, тут тоже нет смысла. Вот тут его надо ставить один, мне кажется, вот тут один. И второй, вот тут, наверное. Ну или вот тут. Хотя мне нравится моя грядка. И домик Джунима здесь не нужен. Может, поставим какой-нибудь, конечно. Тут они не вписываются просто. Тут все просчитано, все продумано. А здесь вот так вот. Если вдруг доставать не будет до края. Но эта грядка мне не важна. Эта грядка будет упразднена. В следующем сезоне у нас будет 5 грядок. Потому что мы тут не развернемся просто с прудами и совсем на свете. Тогда здесь где-то поставим, если вдруг одного не хватит. Но пока я не буду ставить, возможно, хватит и двух. За ними мы поставим с вами громоотводы и пугало, чтобы они не стояли на дорожках. Все. Сорок тысяч еще вложили. Мы молодцы. Давно это надо было сделать. Только дошли руки. И вот это можно сделать. Эх, волокна, волокна. Тут и камни валяются, кстати. Если что. Я закупил три... На три домика Джунима камней. Ну пусть будет, все равно камни пригодятся. Немного хоть лес уберу. Это вообще ужас. Хоть бы маг вышел, покосил здесь траву. Так, тут что-то тоже не проехать. Да что же местные жители-то такие? Самому все приходится делать. Ладно, пошли еще древесины набьем, давно не били. Она нам может понадобиться. Да не может, а точно понадобится. А я совсем ею не занимаюсь. Тем более здесь грибы есть крутые. Тем более сезон. А что они, осень? Летом, да, появляются? Я думал, они осенью. А где слизни? А, вон один. Тут как-то тихо в лесу. Даже необычно. Никто не нападает, никто в ноги не бросается. Смотрите, как спокойно все. О, наконец-то. Я думаю, кто ко мне уже прилипнет-то в кустах. Думал, совсем вымерли. Да, тут
Тут тоже беда. Ну ладно, пока я здесь. Лягушки. Все, 8.00. Я уже Лею, по-моему, пропустил, но она, по-моему, ночью бродит летом. Хотел, конечно, ее встретить. Ну, увлекся уборкой леса, сами понимаете. Иногда такое случается. Там вообще мрак, смотрите, внизу. Но я ж не зайду в 20.00, да, домой. Надо было чуть раньше, но Лея здесь, шикарно. Минута. Лея, проверю. У нас все еще 9 сердец. Повезло мне. Да, 9 сердец. Можно сыр козий дать. Привет. Это тебе. О, я как раз такое хотел. Это тебе, чтобы поужинать. Спасибо, отлично. У меня наметан глаз на дикие плоды. Как-нибудь я приготовлю тебе фруктовый салат. Отлично. А теперь мне покажи общую статистику, Лея. 10, все, можем с вами сценку запускать. Не знаю как, когда, где. Наверное, же здесь. Надо в дом к-нибудь зайти. Сейчас я перезайду нас. Нет, я думаю, чуть позже. Ладно, зайдем сюда. К ней домой, я думаю. Сценка у нас уже в кармане. Все, отлично, мы выполнили, сейчас я купью. Купью то, что нужно. В канализации. Мне надо 5 дней подряд сюда зайти, чтобы сделать кольцо к этому парню. Я никому не скажу, не волнуйся, давай. А это я так покупаю заодно, что вдруг потом не хватит на что-нибудь. Вот это мне бы купить. А ну, если я зайду-выйду, подожди, тебе нельзя давать подарки. Жалко, что не появляется снова. Так бы я накупил бы здесь, ух. Ну все, я норму выполнил. На сегодня здесь мы не проедем. Главное, что даже Лею встретил. И домики Джунимо поставил. Завтра дождь Джунимо не выйдет. Поэтому проверим мы как раз на 27-й день. Уже впритык фактически. Блин, еще бы денек и все, я бы не успел бы. Если, конечно, послезавтра дождя нет. Вот, да. Угу. А если 2 дня подряд будет дождь, тогда будет очень весело. Ну, у меня день в запасе еще есть, но 3 дня подряд дождь, я такого не помню, чтобы был. Так, 33. Мне еще 2 раза надо сходить все-таки. У меня было 13. 2 раза еще сходим. А, стой. Завтра же гроза. Так, что я хотел посмотреть. Я могу сделать вот эти штуки. Мне нужен железный слиток, очищенный кварц, крыло летучей мышь. Угу, один сделал. Громоотвод, мне надо там поставить. Очищенный кварц у меня много, у меня нет просто этого. Железных слитков. Ну, я сейчас попробую. 4 можно будет успеть еще сделать. Будет 5, ну хотя бы 5. Я просто мало аккумуляторов, они там потом могут понадобиться. Так, что еще я должен был выбросить? Грибы и горошек. Это автоматом должно уйти. Это я должен был продать. Что я, собственно, делаю. Так, есть. Стой на месте. Пойду заберу сыр. Нет, заберу масло. Масло сегодня уже не успею передвинуть. Хотя успею. Давай. Не очень удобно стоит. Вот это просто ящик теперь двигать придется. А он у нас полный. Ну, пока еще не очень полный. Но лучше его передвинуть сейчас. Так, давайте, где они? 8 штук. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, сундук с другой стороны у нас будет. Ну, там я был, собственно. Все, масло теперь у нас в одну линию, не надо будет прерываться. Это хорошо. Это немного напрягало. Так, мед должен был быть бы уже сегодня, нет? Меда нет, хотя зачем мне он нужен? Завтра гроза. Все, что мне дали, это один трюфель. Время уже позднее. Блин, схватил трюфель, появился знак вопроса. Это у меня конец уже. Что-то напало на меня. На моей же ферме. Так.
Все, мы крутые. Мы крутые, только надо поставить быстро этот громоотвод. Сейчас создам сыр всякий. Подожди, сыр пошел. Сыр пошел. Лей, дарить не надо ж сыр? Не надо. Так, это пошло. Сейчас я заберу вот эти 5 штук. Я же, может, не успею, конечно. Так, есть. Сдаю вот это. И делаем шустренько громоотвода еще. 4 штуки. Окей. 0,50. Давай быстро, 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 быстро. Давай их срочно здесь ставить. Тут таблички. Да пофиг. Нам главное их наставить. Чтобы нас не бомбанули здесь. Потом переставим. Так как угодно, давай. Все равно. Отлично, ты сделал то, что надо. Ты защитил Карамбалу. Теперь мы не узнаем. Да нет, все мы узнаем на самом деле. Достанет туда Джинима или нет. Все, отлично. И там еще потом добавим парочку. Ну, может и не парочку, можно побольше поставить. Осень это сезон дождей у нас, правильно? И гроз. Поэтому мы набьем аккумуляторов еще. Причем столько, сколько надо. Даже еще и в кровати успел сегодня. Да просто красавец. Отлично. Отлично. Еще и 43 тысячи на счет. Сейчас прямо поставлю, насколько очищенного кварца, интересно. Три дня до конца. Лето. Очищенного кварца у нас штук 15, по-моему, было. Это все, что я в мусоре нашел. Это весь наш кварц. Так. Так. Тут все окей. Третий день. Давай собирать помидоры. Не трогай только дыни. Пусть пока лежат. Это надо будет расставить. Да, я сейчас и займусь этим вопросом. Сейчас у меня дочь как раз делать нечего. Лею. Лею надо было, конечно, бы выловить. Но я сейчас к ней домой схожу. Так, так. Пока все сделаю. Завтра Джунима займутся карамбалой с той стороны. Мы как раз сами все увидим. Достают, не достают. Надо ли еще один домик ставить? Не надо. Но на то поле, по-моему, хватит. Но, может быть, нижний ряд не застанет. Может быть. Тоже не исключено. Так, есть. Эй, не сюда. Хотя там масло. Ну, в принципе, сейчас, да. Сегодня свиньи опять не работают. Так, молния лупит очень сильно. Давай. Так, это здесь сделаем. И это сбросим сюда. Ага. Ага. И помидоры, и перец. Окей, так, 4 еще есть. Сколько у меня очищенного кварца? Надо заглянуть. Может, он, конечно, понадобится. Не, но я его могу сделать, то в печь засунуть, да и все. Где он у нас лежит? Очищенный кварц. Еще 11 штук у меня. Ну, давай еще 4 сделаем. 4, 4. Я за каждым домиком поставлю по 4, а там посмотрим. Нет, пока хватит, а будет лишнее, куда их ставить. Тут меня молния, в принципе, особо не бьет. Только по дорожкам, да и все. Привет, куры, утки, кролики, монстры. Окей. Так, 4 яйца, даже еще одно двойное. Есть. Есть, есть. Теперь легким бегом, завтра у нас фрукты. Надо успеть сегодня все сделать, что мы хотим. Вот это вот пугало нам здесь нужно. Думаю, не очень. Я думаю, там им будет лучше. Там я должен какое-то дерево, наверное, посадить, чтобы тут деревья росли.
а под ним поставлю музыкальный инструмент. Да. Ну, аппарат, в смысле. Тогда вот симпатично. Если второе дерево вырастет с той стороны, а там будет то, что надо. Так, здесь смотрим. Тут попал, тут не попало. Сюда молния еще не била сегодня, поэтому можем его передвинуть. А ну давай расставим правильно. Я, конечно, хотел расставить до того, как домик Джанима поставлю, но ладно. А чуть не ставится. А, вот так. Вау. Три. Целый ряд. И пугало можно поставить. Ну, чтобы красиво было в центре, например. А я соберу их? А, ну да, если я пугало поставлю, я их не соберу. Поэтому пугало надо ставить как-то сюда поближе, что ли. Ну, вот так, чтобы тут мог пройти. Ну, все, отлично. Можем по бокам еще поставить, по одному. Электрическая зона. Электрическое пугало. Окей. Тут у нас 2-2. Тут можно по центру поставить, но это уже зарядилось. В центре мы что? Зачем эта табличка? Она не нужна здесь, убираю. Убираю вот эти штуки. Ну что, я еще хочу, наверное, поставить несколько штук, чтобы аккумуляторами запастись. Вот тут поставим. В центре. И по бокам, да, и там пугало еще влепим. Да. А есть у меня пугало запасное? Куда его дел? А его куда-то поставил быстро. Куда-то в спешке влепил. Куда его влепил в спешке? Вы не помните? Я не помню. У меня ж нет здесь пугало? Нету. Здесь на дороге, что ли? На дороге оно здесь не нужно. Ну, в принципе, пока вот это не ушло, это ж у нас грядка исчезнет. Как Джунима ее уберет, можно будет пугало потом взять и передвинуть. Так, это икра осьминога. Между прочим, первый раз. Так, а вам что надо? Вам что надо? 3 слитка золота. Слушайте, вы неплохо себя чувствуете, я вижу. Радужный осколок, я так понял, не дается просто так. 3 слитка золота. Не сколько золота мне волнует, сколько уголь. Ладно, давай еще 4 сделаем. Я за одним из... Нет, зачем мне 4? Там 3, а там посмотрим. Мне, в принципе, еще одну надо сделать, чтобы поставить за ним. Это будет моя электрическая ферма. И 3 слитка золота, золото взять. На его надо делать 6, конечно, там скоро второй пруд закажет, это же. Я могу предсказать просто, какой заказ будет следующим. Так, есть, это я сделал, окей. Там рассмотрели, разбросали. Здесь 9, сейчас пойду масло поменяю. У плотвы. Тут забор сломался в 4 местах. Так, тут собирать теперь полегче. Это хорошо. Собирать и разбрасывать легко теперь. Так, тут у нас что? Блин, дофига. Хоть бери другой ящик, ставь и переноси рядом, а этот потом сломаешь. Или что-нибудь сделаем. Наверное, так и сделаем. Чем вот это таскать? Ножками не поместится, правильно? Ну, конечно, не поместится. У тебя 2 ряда, а тут у тебя 1 ряд. Проще, наверное, сейчас сделать один ящик. Я так думаю. Так, один ящик. Дайте мне 2 забора. 1, 2, 3, 4. И один деревянный ящик. Для него нужно сколько? 50 древесины. У меня нет древесины, да? Что, серьезно, нет древесины? 35. Дожили. Дожили. А когда я... А, я ж в прошлой серии все потратил. Точно. У нас вся древесина ушла в прошлой серии. Так, давай сюда. Ну, я не знаю, в дождь ли... Может, что дома посмотреть. Попробую посмотреть, сейчас глянем. Где она обитает? О, даже в дождь можно смотреть. Сценка во время дождя. Привет, Шэдди. Я знал, что ты сегодня будешь здесь проходить. В дождь?
Поэтому я приготовила сюрприз. Эту сценку я не видел, кстати, это вообще новизна для меня. Ну, какая-то романтика в этом есть. Маленький пикничок. Вот овощной ассорти с моей особой смесью из специй. Венцо стоит. А это свежий салат из зелени, который я собрала прямо здесь, в лесу. Здорово. Шэдди, да? Я только хотела сказать спасибо за помощь сделать еще один шаг к карьере настоящего художника. Романтика какая. Опа, голос издалека. Так, что тут у нас, Октомэр, что ли? Подожди, ты кто еще? Я одного знаю такого, но он не такой волосатый. Кел? Ха, Кел, кто это? Тебе какой черт... А, это может ее бывший, какого черта здесь надо? Кел, твой онлайн-магазин. Ты никогда не думала, что за мистер К скупает все твои скульптуры? Я думал, это мистер Ки из шахты, нет? Так, мистер К, это ты? Я думал, это какой-то богач, которому действительно понравились мои работы. Кел, Хен, ну ты была наполовину права. Кел, послушай, Лея, я хочу вернуть тебя, я скучаю по тебе, детка. Ничего себе, слушайте. Вернулся. Фу, не называй меня так. Раньше я не могла дождаться от тебя поддержки, а теперь, когда мои работы пользуются успехом, ты хочешь меня вернуть? Меня тошнит от тебя. Какой парень ты, да? Предприимчивый. Кел, эй, иди сюда. Опа, этот Шэдди появляется. Врезать Келу по лицу. Хо-хо-хо, хлопусь, я его вырубил. О, господи. Что, он тебе был нужен? Я его убил? Ничего, жить будет, но это было жестоко, Шэдди. Ну, извините. Он просто за тобой побежал, у него в руках была кочерга. Пойдем отсюда. Не думаю, что Кел нас еще побеспокоит. А стол? И все такое. Так, конечно, он не побеспокоит. Может, тело закопаем, нет? Найдем местечко поукромнее. Давай тело прикопаем-то. А, все, что ли, такая сценка? А, ну, нет, что в этом есть, дождь, сценки, по морде врезал. По-моему, самая активная сценка из всех, которые были на 10 сердец. Ну, правда, были там и... Ну, вот она. Ой, привет, ну что скажешь? Да, пикник прошел не так, как планировалось. Ну да, зато нам весело здесь. Ладно, не парься. Все будет окей. Ну что, друзья, у нас с вами полный комплект. Полный комплект наших избранниц. Как вы знаете, мы можем кое-что еще с вами провернуть. И, в принципе, давайте сейчас это и провернем. Нам надо в одно место заехать, когда у нас... Вот, я подумал, что это... Вот этот двойник его. Или брат. Шейн, это твой брат был? Вечером я обязательно пойду в салон. А что еще делать? Или ты по реке прибежал сюда? Ну, он сосед, в принципе, мог и прибежать. Он как раз сверху пришел. Нам надо войти в этот дом. Чтобы получить секретную сценку Stardew Valley. Сейчас я припаркую плотву. Ну что, готовы? Вот она, секретная сценка, которая дается только тогда, когда ты всем избранницам подаришь букеты и придешь в этот дом. Почему-то вам вдруг хочется засунуть руку в карман. Это что за намек? Вы касаетесь кроличьей лапки и чувствуете облегчение. А, ну да, кроличья лапа. Я про нее и забыл. О, все мои избранницы, глядите, кто это пришел. Смотрите-ка. Смотрите, всех собрал. Всем, кому дарил букеты. А мы тут сплетничали о Мэри, Льюисе и Марне. Ага. Лично я не думаю, что между ними что-то уж прям такое есть. Смотрите, все кандидатки здесь. Ха, ты как вчера родилась. Одна Пенни что-то расстроилась. Вы немного побыли с компанией. И за это время ничего не произошло. Ну что, мне жутко повезло. Вот это все, что, в принципе, мы увидели. Маловато, я думал, будет больше. Я все утро делал себе прическу, а теперь вот так вот. Если бы у меня не было кроличьей лапки, меня бы избранницы, по-моему, избили. А так как у меня она есть с собой, я ее никогда не выбрасываю, поэтому она всегда со мной. Я про нее, кстати, реально забыл. Могла быть беда. А я могу сюда зайти снова? Нет. И вот что получилось. Они просто сплетничали. И так бы мне было не сдобровать.
Ну что, господа, все, сценку я увидел финальную. Теперь нужно будет определиться с избранницей. И по идее, да, никто, видите, отношения не испортились. А если бы у меня не было лапки, то тогда бы была беда. Или они обнулились были, я не знаю, что бы было. Но вот такая сценка. Так они просто сидят и сплетничают. Все, кому я подарил букет. Да, если бы они меня все вместе отлупили, конечно. По делу бы, конечно, было, но... Не очень хорошо по отношению ко мне. Теперь нужно только теперь определиться, с кем нам жить дальше. Может быть, спэм? Не знаю. Посмотрим. А так все. Романтические отношения в этой игре закончились. Осталось теперь рутинный брачный союз и быт. Так, у меня икры нет, да? А, есть. Есть какая-то такая обычная. Окей. Ну, неплохо, это новое для меня. Я не видел таких сценок никогда ранее. Поехали теперь заберем... Что мне надо было теперь сделать? Поехали заберем... Приехали. Как я люблю это место. Я просто обожаю это место. О, вылезли. На этот раз быстро. Раз в игру, я точно сюда попадаю. Заберем фрукт, если есть древний плод. А он есть. Можем, в принципе, чтобы завтра не бегать. Сейчас. Деревья сразу обобрать. Все равно делать нечего. Нам теперь минус одно дело. Не надо бегать, выискивать избранниц. Правда, теперь надо жениться. Но мы, наверное, в следующей серии начнем жениться. Кем-то определимся. Я еще раз пересмотрю сценки, посмотрю, какая мне больше по душе и с кем я буду жить. А так, видите, к середине третьего года я смог со всеми повидаться в этой игре. Так, тут ничего. Ну все, все, все. Я хотел на плоту сесть. Теперь получилось. Да, и это сейчас оберем, и апельсины, наверное, чтобы сразу все, как говорится, завтра ничего не делать. Сделаем наперед. Так, есть. Подожди. Этот древний плод не влез. Потому что его здесь не было. Серебряный. Пусть теперь копится, ждем. Ждем. Апельсины заберем. А, 3 слитка золота сейчас будет. Сейчас все сделаем. Как раз сюда и приедем еще. Главное, Лея так быстро переместилась в то место. Только-только с ней общались. Вообще сценка с Леей классная. Ну, это классно. Мне она понравилась. Еще и появился новый персонаж, которого никогда здесь раньше не было. Так, я еще хотел сделать одну штуку. Я думаю, пока нам хватит. Все. Вот этого нам хватит с головой. 3 золотых слитка я сейчас сброшу. И я, наверное, сделаю еще 3. 3. И один иридий. Пусть потихоньку делается, что он на кольцо будет нужен. Так, еще 3 для следующего водоема, который, наверное, уже в следующей серии попросят. А может быть завтра, не знаю. Надеюсь, нам нужны тоже слитки. Все, пока выбрасываем. Ждем, пока расплавится. Иридий туда же. У нас один трюфель. Что-то с этими дождями совсем все плохо. Ты не туда побежал, я хотел посмотреть. Все окей. Внизу я не собрал яйца. Ладно, давайте 3 слитка забросим. И, по-моему, наш пруд готов, чтобы нам дарить радужный осколок, да? Это ж последняя просьба. Да, это последняя просьба, я надеюсь. А, золотой слиток, теперь-то мы как дома. Да, это последняя, теперь ждем, когда будет 10 из 10, а там... А там теперь госпожа удача, когда нам выпадет... Счастье увидеть радужные осколы. Хотя один мы нашли, но нам надо больше, естественно. Как раз если хотя бы один пруд нам выдаст по одному осколку. Как раз один в музей пойдет, и дальше на одежду будем собирать. Одежда там реально прикольная.
из радужного осколка делается. Очень крутая. Так, и карамбалу сюда. Бочки теперь у нас... А, вот они появились. Интересно, а другие деревья, где я развешивал? Можем 5 бочек поставить. Я сюда не заглядывал. В принципе, они только появились, я думаю. Дубы наши, вот эти вот. Отлично. Сейчас вот немного травы подкашу. Немного уберемся. Расчистимся, деревья почистим, уберем. Дай тут давай траву. Тут надо тоже порядок навести, но обязательно. Все будет обязательно. У нас сегодня пятница, надо было заказать что-то у Робина, уже 20. Так светло? А светло это из-за моего кольца, прикиньте. Когда у меня будет 2 кольца, представьте, у меня будет ночью день. Самый настоящий. Нормально накосили. Так, я могу сделать 5 бочек, если бы у меня было дерево. Но дерева у меня нет. Я должен был зайти сюда забрать молоко. Это сейчас сделаем. И забрать, по-моему, яйцо одно. Так, подожди. Отлично. Отлично, значит следующая серия уже точно свадьба. Я посмотрел, по-моему, все сценки, которые мог посмотреть, секретные. Ну, вот эта сценка со всеми букетами. Конечно, надо было прокачать все отношения со всеми. И посмотреть эту самую сценку. Так, яйцо. Или 2 яйца. А, вот я что. Блин, я думаю, где же мой друг? Куда я тебя его забросил и где я тебя оставил? Теперь вспомнил. Цыпленок уже 100 раз выпадает. А некоторые детали не выпадают вообще. Там у меня 2 артефакта осталось, которые я просто не могу найти нигде. Хоть убейте. Так, завтра надо посмотреть. Есть ли дождь, я хочу Джунима протестировать. Тут окей, сейчас мед там еще, по-моему, кричит. Мед? А, мед мы уже забрали. Да, кричал. Все, у меня один трюфель остался. Масло могу забрать, но один трюфель всего. Пусть работает. На благо фермы. Здесь... Окей, забрасываем лишняк. Это. Курицу можем продать. Артефакт уже 100-й раз попадается. Так. Подожди, алмазы. Алмазы увидим. 2 алмаза есть. Время уже позднее, хотя я... Блин, я не успел одну вещь сделать. Сейчас. Нет, сюда. Интересно, успею, не успею. 0010. Ну, отберу 1000. Это того стоит, наверное. 0020. Слея сценка проще всего искалась. Зайти в лес. 0030, 0040. Но если сюда я добирался 40 минут. Если я сейчас быстро куплю, 40 минут, где-то до 2 часов я доберусь домой. Своевременно. Привет. Мне нужно вот это вот. Не знаю, зачем я первый покупаю. Уридевый можно спринклер купить. Зачем он мне нужен? Это по пятницам он продается. Так, есть. 0050, я успею. Может быть, через ферму было бы быстрее, если Эмили мне не попалась бы по дороге. Да нет, успеем. Ну, за 50 минут доехать, учитывая, что я уже возле автобуса. Еще и плотву загоню.
стоял просто так. Так, все окей. Еще и полчаса даже осталось. Отлично. Даже сбросить успею. Так, 0.30. Яйца, правда, не успел закинуть, ну ладно. А здесь вот это. А здесь вот это. Так, готово. Икра, это все пусть в руках пока лежит. Успеем. 20 минут. Даже тысячу не отобрали. Хотя я был готов с ней проститься. Спать будем с выключенным камином. Погоду не успел посмотреть, ну ладно. Окей, сейчас будем Джунима тестировать, если у нас все в порядке с погодой. Посмотрим. Ну-ну. Есть. Лето, год третий. Предпоследний день лета. Сейчас посмотрим. Отличная погода. И завтра у нас посмотреть какая. Нет, ну отлично, по окнам видно. Прогноз погоды на завтра. Завтра будет солнечный идеальный танец полуночных медуз. Ну да, это всегда хорошая погода. Сегодня очень рады духи. Сегодня духи просто фантастически счастливы. Ну и хорошо. В шахту, что ли, пойти сходить? 500 монет даже Льюис заплатил. Да, духи реально сегодня счастливы. Духи и Льюис. Угу. Так, у меня нет трюфелей, можно туда не заходить. Тут иридиевый слиток. Их тоже надо побольше. Ну давай. Пусть делается не очень долго. Мы их сразу заготовим, пусть лежат. Пойду сейчас еще громотвод один поставлю. Отлично, ты сломал ворота. Так как тут сидит кролик, ты их назад не поставишь. Это обалденная система, конечно. Ну, какая есть. Если кролик сидит на входе, то ты его не отогнать не можешь, ничего с ним сделать не можешь. Пока не соизволит уйти. Он ушел. Но у меня уже нет ворот. Блин, ну что, дерево выросло, пока меня не было? Да, за секунду выросло. Как я люблю круза... Ой, кошмар. Теперь, если ты бьешь топором по забору, то вылетает еще и... кусок асфальта. Есть, я сделал, только ничего не видно, блин. Сделай мне асфальт сюда, давай, поставь вот так вот. Куда я его поставил? Не знаю, вверху, наверное. Там все равно не важно, где он, что там. Я сюда не планировал заходить. Давай выгрузим, у нас яиц куча. Еще и вчерашние. Ох, отлично, смотри. А, я думал, у меня уже этот, смотрите, Джунима работает. Ой, блин, я хочу посмотреть. Я хочу посмотреть. Я думаю, кто у меня работает. Ну все, убрали, смотрите. Все достают, отлично. Два домика Джунима захватили полностью эту часть. И они как раз достают до самых крайних. Хорошо, что больше не поставил. Шикарно. Просто шикарно. Работает, ребята. Смотрите, как работает. Смотрите, сколько их, кстати. Ну, правда, им работает уже. Нет, на следующий сезон только приходите. Так вы будете прохлаждаться, конечно, какое-то время. Так, ну, здесь ставим фермера. Там у нас женская. Женская половина Джунима, здесь мужская. Во, красиво, по-моему. Здесь проходик. Здесь мы можем сделать какую-то тоже дорожку, чтобы можно было бродить. Отлично, а там у нас электрическая ферма. Здесь я не знаю, что поставлю. Можем их вообще сдвинуть вместе, чтобы дорогу сделать. Ну, имеем в виду вот эти, чтобы не было пространства. Это я делал промежуток, чтобы здесь домики Джунима поставить. Но они здесь не нужны. А если мы их соединим вместе, то, в принципе, будет симпатично, смотрите. Как раз соединим, на две поставить, да? Раз, два, и вот здесь поставить одну. И там поставить. Вот это можно убирать. Она уже тоже уже здесь не нужна. Да, она вообще не нужна. Она только место занимает. Круто. Тут все сработало. Да, я могу, в принципе, сейчас поставить.
вместе с вот этой штукой. Оно мне уже не нужно, я уже ничего не выращу за один день. Сейчас мы поставим, что мы сюда поставим. Давай поставим его, чтобы не забыть. Просто поставим, вот. И вот теперь у нас будет еще плотнее все находиться, и здесь получится тропинка. Какая-никакая, но тропинка. Но она, правда, особо так не очень симпатично будет смотреться. Но зато мы сохраним три грядки. Что-то я решил не удалять одну грядку, то будет как-то неравномерно. А так, если мы соединим, то и здесь дорожка будет небольшая. А, я ж хотел на камень поставить, да. Вот так вот. И сюда спринклер. Круто. А я смотрю, кто-то у меня выносит мою карамбалу. Уже начал нервничать. Полицию вызвал. Все, и здесь спринклер, вот. И дальше засеиваем уже все сплошняком. Да. Эти чучела надо убрать будет. Хотя где их поставить-то тогда? Так, карамбала, смотрите, как аккуратно все сложили. Сложили и ушли. Смотрите, сколько. Это вся наша карамбала, кстати. Ну, кроме той, которая еще внизу. Мы ее завтра уберем. Хотя можем и сегодня убрать. Ничего особо не изменится. Дайте мне травы немного. Тут деревья есть. Сейчас я с деревьями разберусь. По-серьезному. Я тут хотел выращивать эти. Как его? Смолу на дубах. Мне, по-моему, хватило. Ну, можем два оставить пока. Ладно, два оставлю, пусть пока побудут, то сейчас все вынесу. Они мне потом понадобятся. И это я убрал. Скоро эти закажут 3 слитка золотых, но я уже готов. А вы размножаете здесь? 7, еще нет. Ну, ждем. Так, это перенесем уже на осень, тогда будем засеивать. И чучело потом расставим, когда передвинемся. Ну, чучело, да, надо. Там два верху-то прикроют. А здесь надо поставить как-то вот здесь, что ли, по одному. Наверное, да, мы заберем по одному кусочку и поставим здесь чучело и, наверное, по одному громоотводу. По два кусочка заберем, я думаю, не обеднеем. Учитывая, что я вообще хотел грядку снести полностью. Теперь я ее решил оставить. Отлично, круто. Все, с Джунима разобрались. Даже майонез успел приготовиться, пока я смотрел и любовался этой компанией. Угу, окей. Тут что-то выросло, это надо убить. Но уже всем надоело. Открой калитку, иначе они не попадут домой. Угу. Так, 14:30. Ого, уже день прошел. Неплохо я побегал. И здесь сюда аккумуляторы, здесь все остальное. Так, что будем делать? Что-то еще хотел сделать, чтобы оно уже было. А, вон, сейчас заберу. Давай сюда. Да сдай ты его уже. Оно уже никому не нужно, суббота. Что-то заказать построить бы, чего у меня еще нет. Ну, дайте я съезжу. Возьму то, что есть. И поеду посмотрю, чего у меня еще нет. И чего мне это будет стоить. Пока еще есть Робин на рабочем месте. Но я не сейчас это, конечно, буду делать. Но не в этой серии, но хотя бы присоединюсь. У меня нет еще огромного этого замка слизней. Его еще надо будет построить так, чтобы все было на ферме. Отлично, еще камень нашел. 100 монет или 150, сколько? 150 монет. На дороге валяется. Так, привет. Расскажи мне, чего я еще не построил. Ну, птичники, ладно, подождут, это ладно. Большой хлев есть, птичники. Вольер для слаймов. Один иридиевый, 10 кварца, 500 камней. Прикиньте, 10 тысяч. А я, наверное, потратил весь очищенный кварц, да? Вот для чего нужен, оказывается. Ну, в принципе, это не проблема. Засовываешь его в печку, получаешь очищенный кварц. Камень, конечно, дороговато. 30, но раз на Джунима мне не надо, но один иридиевый у меня есть. Сейчас посмотрим. Если кварц есть, то не проблема. Правда, осталось 1.5 часа дневного света еще.
Так, так, быстрее, быстрее, быстрее. Очищенный кварц. Десятка есть, это будет бомба. Потому что иридит-то у нас есть. Шестерка, размечтался. Зато у тебя есть 138 другого кварц. Давай, наверное, это ты будешь засовывать в печи. Ладно, потом это все сделаем. А, не в печи, нет? Требуется... А, уголь нужен. Размечтался, просто так его расплавить. Понятно. Понятно. Ладно, как раз будет 10. Вот, приготовиться, и будет десятка. Как раз 4 сдали. Один у меня есть. Но все равно мне нужен будет кварц еще несколько штук поставить, но чуть попозже. Хотя, может быть, сейчас и провернем. Что мне сейчас делать, скажите мне? Хмель собрать разве что, чтобы вдруг завтра еще он успел появиться с утра. Отлично. А, карамбал можно забрать сразу, действительно. Чтобы потом завтра не нести ее отдельно, все равно завтра ее уже забирать. Дыни пусть повисят. Все шикарно. Так, забираем. Да я не к этому шел. Вот так мы это и поставим, как тут стоят. Только там задом наперед. Ничего. Есть. И вот это. А тут есть икра. Где-то была, по крайней мере. А вот она. Икра теперь у меня водится. В больших количествах. Так, сдаем. Радужная форель. И все. Больше ничего не сдаем. 101. Так, а ну. Ну. Ладно, пусть это все лежит пока. Это пусть все лежит. Я думаю, в следующей серии мы с вами построим еще те здания, которых у нас нет. Но просто для коллекции общей, чтобы она была. Я не думаю, что она очень нам пригодилась в первом сезоне, это здание. Но пусть будет. Пусть будет, чем его не будет. В случае чего. Так, есть. И сюда вот это. Угу. Дайте мне это растолкать надо все куда-нибудь. В удочку, например, 38. Шикарно. Карамбалу сдам вверху. Это тоже потом. Ну что, кварц готов. Десятка есть. Надо сразу в руки взять, чтобы в следующей серии вспомнил, зачем мне... кварц лежит. Так, давай мне еще, наверное, два кварца. Да, сколько мне надо? Еще один кварц. Еще один, чтобы громат вот стоял там, между теми грядками. Да, один еще кварц. Давай сделаем. Один пошел. И расплавим остальные три. Сколько там? Сколько мне хватает? Надо плавить. Сплавится. Не один кварц сейчас и потрачу. Да я, конечно, сразу и сделаю его. Давай мне... А, что-то не хватает. А, железный слиток, замечательно. Подождем тогда. Ничего страшного, 18-10. Вот тут я сразу поставлю. Я думаю, я поставлю как раз... Если это будет по центру... Да, вот здесь поставлю. Значит, возле леек прямо. Вот так вот ставлю один вот этот... И закрываю его пугалом. Как тут сбить, чтобы дорожку не тронуть? Никак. Так, и закрываю его пугалом. Вот так. А это все засеиваем, чтобы оно было все вместе, все цельно. Отлично. И здесь та же история. Но я тут фермеров поставлю, наверное. Всех. А, вот это пугало страшное, куда-то унесу подальше. Немного не попал. Окей. Эх. Отсюда ставь. Я тебя сейчас прибью. Какое-то пугало вредное. Ты что, не хочешь работать на благо Родины? Вот сюда поставим еще один громад, вот. И потом эти грядки соединим, а дальше... О, домик Жуним уже зажегся. А дальше грядки у нас уже определятся. Следующей осенью мы дорожки сделаем.
Так, это все. Правда, тут только горит свет. Здесь дома никого нет слева. 20-20. Дайте хоть что-то заберу, продам. Ты вниз не ходил? Трюфель не собирал? Нифига не успеваю. Так, тут должна была уже быть готова есть. Нет. Дай мне железо. Железо забрасываем. Окей. И все, ждем теперь. Ждем. Я поехал вниз. Привет, кот. Кот уже спит. Дома надо спать. Не на улице, где попало. Карамбала, это наша вся. Вся, которая есть. Лучше ее не тратить. Там для чего-то она еще была нужна. Я не помню, честно, для чего. Но для чего-то она была нужна. Это я хорошо помню. По-моему, для телепорта какого-то. Сколько штук, не помню. Поэтому лучше пусть будет, чем ее не будет. Вино и так есть, чего делать. Так, снова захожу к тем, кого постоянно забываю. Привет. Я их не гладил уже 100 лет, скоро буду вообще без молока, наверное, сидеть. И сыра. А, тут у нас еще и сыр есть. В принципе, все равно я про него забываю. Так, давай вот это вот уберем, тут что-то зарастает, фигня какая-то. Не пройдешь. 21.50. Пошли посмотрим, что внизу. Я яиц сегодня нет. Можно не заходить. А вот трюфели есть. Благодарю, благодарю. Окей. 22. Сейчас трюфели масла хотя бы. Хотя бы одно заберу, продам. Вообще, если не с маслом никак. Это еще икра. Радужная. А где у меня икра? У меня же была, вот она. Так, здорово. У меня есть трюфели, ровно 8. Хорош. Ящик так и не переставил, ну ладно. 23.00. Есть еще одно дело, которое я должен был сделать, но никак не успеваю. Сейчас, минуту. Сдаем лишнее. Если уже 100 раз зашел. Так, кварц 11. Зачем мне 11 кварц? Затем, что тебе надо было сделать что? Правильно. Правильно, вот эту штуку. Если сейчас не сделаешь, потом ничего не будет. Сразу же возьми одну иридиевую фигню. Камень докупим, да? Да, камень докупим. Давай эту иридиевую штуку возьми в руки, чтобы ты помнил, что тебе надо сделать в следующий раз. Это сдать, сдать. Это сдать, 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 сдать. А, еще одно дело есть, как обычно. Ночью люблю в канализацию ходить. Скоро жители заметят странность. Шэдди ходит в канализацию каждую ночь. Что он там делает? Как что? Он встречается с кем-то, он всегда с кем-то встречается. Что-то еще ловилось. Так, всем привет, здрасте. Я как раз сегодня пораньше. Вчера я забежал в последний момент. Так, дай мне эти штуки. Продай мне их, по пятницам храню молчание. Да что хочешь делай. Мороженое. По 160, а там оно по 100 продавалось. По завышенным ценам продаешь, или она с душком? Такое вкусное, да? Собственного производства. Хорошо. Хорошо. О, привет, Лея. Бегущая вода немного охлаждает мой дом летом. Я не очень хорошо переношу жару. Что-то последняя оценка мне больше всего понравилась. Хотя и у Эмили ничего. С медведем и палаткой. Не, вообще классные оценки у всех практически. Так, сейчас 0030, давай сюда. 0030, не сдавай лишнего. А, сюда сдай лишнее. Вот здесь давай сдай лишнее. Есть, мы сдали. 53, можем сделать, кстати, с вами кольцо. Оу, oh, второе, поздравляю нас всех. 50 эссенция пустоты и 5 иридиевых слитков. Пошло.
Есть. Дайте мне... Нет, не сюда. Дайте мне его заменить на вот это кольцо. Теперь я полностью весь иридиевый. Даже костюмчик у меня, видите, немного иридиевый. Сам по себе. Ну все, теперь два кольца. Я даже успел это сделать в самом-самом конце игры. Еще кое-что, если успею. Да успею тут рядом. Все, ставь эту штуку здесь. Ну, это не слишком легко сделать. Но я сделал это. Ну и пугало, наверное, высади пока. Пусть пока поохраняет это место. Типа главный надзиратель над всеми. Ну, а мы с вами поехали. Все? Все. Кольцо сдать это я держу специально. Стройматериал я тоже держу специально. Тогда табличка мне, по-моему, пока не нужна. Как раз я ее сейчас положу здесь. Табличка у нас тут, да, можно тут. Кстати, ну... Половину вещей можно выложить, например, вот это. Да и лейка мне особо не нужна. Не знаю. Можно кольцо продать здесь? А, кольцо они не купят. Да, ящик не покупает кольцо. Ладно, все. Нормально разбросали к концу. Главное, что Джонни ему поставили. И все сценки закончили. Это самая... Самая важная часть была. Ну, и тут у нас что? Вот эти кольца, их надо просто сдать все. Кольцо света, кольцо света, кольцо света. Давайте их, наверное... А это малое кольцо света. Одно оставлю на память, чтобы оно у меня было. Остальное сдам. Ну, для музея. А эти три я продам. Специально отложу их себе в рюкзак, чтобы не забыть, что мне надо туда съездить и продать их. Выбрасывать жалко. Все-таки сотню какую-то стоит. Ну все, завтра последний день. Надо, кстати, думать про бочки. Нам они, кстати, тоже пригодятся. И дубовую смолу надо собрать. Как раз у меня дерево в рюкзаке, и поэтому... Оно мне напомнит, что мне надо бочки сделать будет. Винные, имею в виду. Чтобы побольше зарабатывать. 11,329. Круто. 439. Круто, что хоть что-то заработал. Хотя почти ничего не делал. И два дня дождя лишили нас трюфелей. Все, 600 тысяч мы обменяли, несмотря на то, что много-много потратили. На домики Джунима, на камень для них. И все равно 600 тысяч. Ну, следующее вино нас обогатит до миллиона, я думаю. Хотя мы и так дойдем до миллиона совсем скоро. Ну все, друзья, последний день лета у нас за этой дверью. Сейчас я проверю еще подвал. Как там у нас элитное вино. О, сыр можно, кстати, продать будет в следующей серии. Если не забуду, зайду, продам. И следующий можно будет вложить. Все, спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Shadow Игровые Миры. До новых серий. Stardew Valley. Пока.